Політика – мистецтво створювати факти. Ти жартома підпорядковувати собі події людей. Вигада – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «В деталях». В студии с вами Андрей Острев и Игорь Пох. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить опять о тех депутатах, которые составляют и работают в нашем городском совете. Что, кто они, что они, для чего они пришли. Я напомню, что в предыдущих передачах мы говорили с депутатом-юристом, мы говорили с депутатом-волонтером. И сегодня у нас депутат-преподаватель, депутат-педагог. Здравствуйте, Дмитрий. И сразу же первый вопрос. Вот как отражается ваша профессиональная деятельность на работе непосредственно в городском совете? Добрый день. Ну, в первую очередь, наверное, это вопрос толерантности, потому что, когда участвуешь в сессии городского совета, достаточно много высказываний, которые слышишь от коллег, которые, ну, выходят за рамки каких-то нормальных, скажем так, позиций. В данном случае это и какие-то, возможно, слова, какие-то выражения, какая-то, скажем так, агрессия в том числе. Поэтому, как сказывается, в первую очередь стараюсь максимально, я к этому привык, это максимальная толерантность и максимальная, как бы, культура общения, высказывания, поведения и так далее. Вот хорошо, тогда, ну да, наша сессия горсовета, особенно, есть еще некоторые комиссии, которые уже, в принципе, цитируются, разбираются на цитаты, там, например, если мне память не изменяет, это как раз по вопросам ЖКХ, там, самая веселая комиссия. Но давайте начнем сначала. Что вас побудило вообще вот пойти на выборы и, ну, с какой вот целью? Что бы вы хотели, скажем так, получить в результате своей депутатской деятельности? Вот какая основная ваша цель? Ну, вопрос абсолютно своевременный. Основная моя цель, которую я преследовал на момент баллотирования, это желание изменить город. То есть в каких направлениях? Ну, наверное, в абсолютно всех, по большому счету. Насколько это удастся, это уже второй вопрос. Но те городские условия, условия жизни жителей, условия, которые у нас есть на улице, которые мы видим, наверное, уровень города, потому что по роду своей деятельности я принимаю участие в разных конференциях, причем не только украинских, а международных. И видя, каким образом развиваются города и в Украине, ну, мы говорим про миллионники, конечно, и за границей, в частности Польша, которая максимально приближена, стартовые условия, которые были наши, как и у нас, я вижу, что мы очень и очень отстаем. И вот это вот желание немножко поднять город, изменить условия его функционирования, улучшить жизнь, наверное, побудило меня в первую очередь баллотироваться в депутаты городского совета. Это во-первых. А второе, когда вопрос ставил баллотирование, то есть рассматривались, не то что рассматривались, а также мне достаточно были близкие и интересные позиции и принципы партии «Самопомощь», а собственно от которой я и был выдвинут в депутаты. И меня абсолютно устраивала и внутренняя организация партии «Самопомощь», и самое главное, те принципы, на которых базируется ее функционирование. Поэтому как раз вот совпало и наличие партии, и наличие, соответственно, возможности и желания участвовать. Дмитрий, ну вот вы не очень проявляетесь в информационном поле, если можно так назвать, да, но я вот нашел ваше интервью одному из николаевских сайтов, «Бумеранг» под названием, от декабря 2015 года, ну, то есть год, да, назад. Год назад. Вот. И там, в числе ряда вопросов и ответов, вот меня заинтересовал ваш ответ на вопрос по поводу состояния педагогики и, ну, скажем так, состояния зарплат педагогам, учителям и так далее. Вот я хочу просто зачитать и потом очень коротко и задам вам вопрос. Значит, кроме юриспруденции, мне близки, то есть это вы как бы говорите, да, мне близки вопросы образования. Одной из проблем является уровень зарплаты учителя. Но мы не можем на сессии городского совета принимать решение о повышении зарплат. Это вопрос государства.
Безусловно, вопрос государства – это базовые зарплаты, потому что это бюджетники. Да? Но есть опыт других городов, например, Днепра, Львова там, и других еще городов, достаточно крупных, где городские советы принимают решения о неких дополнительных доплатах учителям и, может быть, педагогам, ну, в основном школьным учителям. Да? Вот что у нас с этим? Поднимался ли вообще вопрос вот о подобных доплатах из городского бюджета? Ведь сейчас в процессах децентрализации у города появились и будут появляться достаточно серьезные средства. Маленькая предыстория. Вот я буквально недавно читал ту же самую информационную позицию ряда народных депутатов в Фейсбуке, которые выражали позицию, что если бы они были на месте мэра, они бы в первую очередь ввели бы доплату, либо какие-то премии, доплату учителям. Абсолютно правильная позиция, я тут 100% согласен с данными народными депутатами, но вопрос в том, что этот вопрос уже реализуется, только народный депутат должен был немножко поинтересоваться, как он функционирует. Смотрите, ну, мы немножко поздно приняли бюджет, поэтому фактически вопрос рассматривания финансов и прогнозирования следующий год у нас где-то возник в марте-апреле месяце. Я в депутатской комиссии по образованию, здравоохранению, в данном случае это мой как бы профи. Поэтому уже с марта месяца я вместе с Аннелиной Деркач поднимал этот вопрос в ряде встреч, в ряде, скажем так, совещаний по поводу возможности осуществления доплат учителям города Николаева за счет городского бюджета. За что? По большому счету мы не можем приравнивать всех учителей под одну как бы линейку, потому что разный учитель дает разное КПД. Да, фактически они выполняют одну и ту же самую функцию, но есть учителя, которые готовят призеров олимпиад, которые представляют, дети, которые представляют нашу Николаевскую область и показывают уровень интеллекта, уровень культуры и в целом образования нашей области. Поэтому с марта месяца мы провели где-то совещание 4-5 с Аннелиной, пытаясь выработать механизм осуществления доплат преподавателям, то есть учителям школ, которые дают результаты, и дети которых представляют интересы и город Николаев, и Николаевская область на уровне всеукраинских олимпиад, международных олимпиад и на уровне областном, среди, скажем так, областных школ. Я не буду сейчас там внедряться в механизмы, потому что у нас несколько наших вариантов было заблокировано управлением финансов, потому что ну, с точки зрения экономики это было невозможно. И на данный момент мы остановились на следующем, и мы уже это начали реализовывать. Первое, это на следующий год в бюджете, вот мы будем сейчас рассматривать бюджет образовательной отрасли, будет запланировано предоставление каждой школе, подчеркиваю в этом случае, каждой школе, как иного типа, то есть гимназии, лицеи, коллегиями, так и обыкновенной школы, в том числе, возможно, Великой Коренихи и так далее, от 1 до 2% от годового кошториса заработной платы. Чтобы вы понимали, о каких суммах это идет, это где-то от 120 до 170 тысяч гривен, которые будут внесены на каждую школу, выделены в бюджете города Николаева, и право распоряжения этими средствами будет получать директор. Какие критерии? Тут, конечно, тут нужно понимать критерии для того, чтобы эти деньги не ушли, как говорится... Просто директору. Да, просто директору, будем говорить прямо. То есть... Основная мотив и мотивация и цель, которую мы ставили с Анной Ильиничной, это в первую очередь возможность директора стимулировать учителей, которые дают результат. То есть на данный момент мы, к сожалению, действительно можем констатировать очень низкий уровень заработных плат, и учителя задаются логическим вопросом. Почему я должен оставаться после 6 урока, почему я должен оставаться после 7 урока, дополнительно готовить детей к олимпиадам, когда я абсолютно не получаю от этого материальной выгоды. Да, есть люди, которые готовы это делать, ну а есть, к сожалению, они из года в год этим занимаются, но не получают материального вознаграждения. Поэтому вот эти вот от 120, это так приблизительно, до 170 тысяч, в зависимости от школы, от годового бюджета, будут как раз направлены в первую очередь на премии, на вознаграждение учителям, возможно, заведующим кафедрам, которые организовывают работу, соответственно, на кафедрах школы, которые дают результат. Таким образом, мы сможем поддержать учителей, которые увидят, что государство государством, а город в лице городской власти поддерживает их и стимулирует для получения результата. Потому что фактически наше будущее поколение, которое будет через 10, 20, 15, а может быть и 5 лет
возможно, будут даже депутатами, мы готовим сейчас в системе средней школы. И от того, что мы заложим, какие результаты мы получим, мы будем иметь следующий этап развития города. То есть, насколько я понял, вы пошли несколько другим, иным, вернее, путем, да, чем вот ваши коллеги из других городов, я имею в виду городские депутаты, то есть, которые делали доплаты ну, просто всем учителям без исключения. Небольшие, там плюс-минус, я не знаю точно сколько, но вы пошли иным путем. Тогда у меня вопрос следующий, логичный. Раз вы входите в комиссию по образованию и здравоохранению, как вы сказали, да, у нас с Нового года грядет медицинская реформа, достаточно серьезная. Это как бы обсуждается на телеканалах, где-то в прессе, но еще не так широко, хотя до Нового года уже совсем ничего осталось. Мы это тоже обсуждали и в радиопрограммах, я на телевидении еще, по-моему, вряд ли, но мы уже начинаем обсуждать. Но есть некоторые детали. У нас программа в деталях, поэтому некоторые детали. Да? Есть один нюанс в этой новой медицинской реформе. Это автономизация больниц и клиник. То есть автономность. Ну, автономизация. То есть будет даваться право главному врачу распоряжаться деньгами определенными, да, для того, чтобы вот, и частью зарплат, частью каких-то премий, там, выплат и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, по мнению некоторых докторов, ну, как экспертов в этой области, существует опасение, что главврачи могут теоретически злоупотреблять. Так же, как и могут теоретически директора. Злоупотреблять директора школ, да, вот деньгами, которые попадут к ним в руки. Но злоупотреблять не обязательно, как Андрей сказал, в свой карман, да. А использовать как способ давления и так далее. Опять же, не обязательно способ давления. У каждого, скажем, руководителя предприятия есть определенные, ну, любимчики, да. Без вот слов. Этот хороший, этот более любим, этот не более любим. То есть это инструмент манипулирования определенным. Вот подобные вещи, они не приходили, скажем, в голову вам и вашим коллегам по этой идее? По школам, да? По школам, да. Как это все разрулить, если это все начнет? Ведь потом это будет сложнее, ну, скажем, взять вожжи в руки, когда это начнется. Когда уже повозка понесется, да. Всегда есть такой риск, и действительно вы абсолютно правы по поводу того, что возможно злоупотребление. Первый вариант, который мы рассматривали, это по поводу премии. Чтобы избежать вот этого злоупотребления, это возможность осуществлять материальное вознаграждение за счет средств городского бюджета только тем учителям, которые дали практические результаты. Есть подготовленный призер, есть подготовленный там, участник МАН, соответственно, пожалуйста, вот вознаграждение. Это с одной стороны. Но с другой стороны, есть учителя, которые, возможно, не показывают, условно говоря, результатов на уровне всеукраинской, но своей плодотворной працей, трудом в рамках школы дают, соответственно, немножко другое, скажем так, направление. Это может быть воспитательное какое-то направление, это может быть какое-то общепатриотическое, это может быть заведующие кафедры, например, которые организовывают вот эту научную среду, скажем так. Это тоже очень важно. Риски есть. Но я вам скажу, что по такому направлению пошла Польша. У них та же самая ситуация, и они на каждую школу, каждая школа имеет 2% от их своего годового бюджета, который распоряжается директор. Каким образом контроль? Это контроль управления, ну, в частности, управления образования городов Польши. Таким же самым образом я вижу возможность налаживания контроля и в рамках города Николаева. Не исключены злоупотребления, но я думаю, что это общее направление, оно будет позитивным. Каким образом контроль осуществлять, лично я вижу. Ну, тут, наверное, должно быть первое, контроль управления образования. Возможно, это будет утверждение этих списков тех людей, которым будет выплачено вознаграждение, с обоснованием. Может быть, возможны какие-то некие наблюдательные советы в среде школ, да, из родительской среды, из преподавательской среды, учительской, да, для того, чтобы было, ну, можно было наблюдать за процессом. Потому что, ну, мы же прекрасно понимаем, как только деньги попадают в руки одному человеку, мгновенно, каким бы святым этим человек ни был, мгновенно возникает соблазны. И вот эти соблазны,
они могут запуститься, либо нет. Согласен, деньги только не попадают, они остаются в городском бюджете. Да, и я имею в виду распределение этих денег. Директор подает, я так понимаю, процедура такая, клопотание на управление образования с обоснованием лица, за что, дать что? За что. И управление образования уже, соответственно, принимает решение удовлетворить за средства. Ну, в общем, да. Если это будет хотя бы в виде эксперимента, посмотрим. Ну, в любом случае сразу закрашивать все черной краской не стоит, потому что действительно сегодня у директоров они и лишены таких возможностей стимулирования, например, уже молодых педагогов и так далее. И, собственно говоря, ну, механизм-то в самом деле хорош, а вот вопрос тут скорее даже больше морально-этический, нежели механический. То есть у нас контрольный орган на контрольном органе, все контролируют, и все равно шумные скандалы не прекращают быть и в коррупции, и так далее. Да? Давайте вернемся в горсовет теперь. Ну, очень-очень здоровский проект, в самом деле, очень, ну, конечно, было бы здорово, чтобы он был реализован, так вот, как вы сейчас говорите, и как задумывался. Какие еще задачи, давайте себе предположим так. Мы задаем всегда стандартный такой вопрос. Если бы я сейчас вас слушал как кандидата, какой основной месседж, уже имея опыт работы, какой основной месседж вы бы мне сказали, чтобы я за вас проголосовал, ну и наши, соответственно, зрители? Вот какая бы фраза охарактеризовала вашу работу вот в горсовете? Это уже постфактум тогда. Да, это постфактум, да, абсолютно верно. Вы уже имеете опыт, вы просто понимаете, что реально, что нереально. Реально, что нереально, да. То есть, ну, поскольку это, кстати, вот проект, который мы озвучили, обговариваем по поводу доплаты, это только одно из вариантов. Он однозначно реализуется, но у нас фракция «Самопомощь» был выдвинутый также и другой проект, тоже в образовательной сфере, по поводу финансирования потребностей школ по сантехническому направлению, по обеспечению санитарии и так далее. Это выделение, что никогда, кстати, не было, финансирование на закупку разных препаратов, разных там моющих средств, что всегда возмущало родителей, что с них берут деньги именно на это направление. Поэтому мой месседж, это прежде всего, исходя из опыта, который вот я получил, в частности в комиссии, это поддержка образовательной сферы города Николаева. И поскольку дети, и депутатов в том числе, и дети обыкновенных граждан николаевцев учатся фактически по всей школам, то есть поддержка образовательной школы, это не только материальное обеспечение, это, возможно, вопросы питания, это вопросы создания условий комфортных. Это, наверное, главное направление, которое я сейчас преследую, соответственно, и развиваю. Это первое направление. И второе, что я также активно поддерживаю, ну, в частности, может быть, не прямо на улицах, но путем голосования на сессии городского совета, это все-таки возможность приведения внешнего архитектурного вида города в порядок. Мы видим сейчас много разных, иногда бывает там, каких-то возмущений предпринимателей, ларьки, киоски, которых убирают с центральных улиц города. То есть, часто бывая как бы в разных конференциях за границей, далеко не нужно ходить. Если вы были в Севастополе, по большому счету, то город абсолютно чистый, очищенный от бигбордов, от киосков. Есть зеленые зоны. На зеленых зонах, соответственно, поддерживается порядок. И это зеленые зоны действительно, где дети с мамами, соответственно, где пенсионеры, где горожане просто могут отдохнуть. Наш город, к сожалению, заполнили то, что мы видим, билборды, киоски, рыночные ряды. Я понимаю, что предпринимательство нужно поддерживать, но не за счет же 500 миллионного города. То есть нужно искать оптимальный вариант, где-то компромисс по поводу как раз архитектурного внешнего вида города. Поэтому это мое второе направление. Я, может, не так активно этим занимаюсь, убираю киоски непосредственно, есть люди, которые этим занимаются, но в рамках голосования на сессии городского совета, в рамках отстаивания каких-то земельных вопросов, где, условно говоря, не дать возможность дальше разбазарить земли города, либо раздать зеленые зоны под какие-то предпринимательские направления. В этом направлении я тоже работаю, и в принципе на фракции мы как раз это продвигаем направление. Есть у меня тогда еще вопрос касательно образования, точнее он не сколько образования, сколько молодежи, да, вот, ну, отток мозгов, да, из Николаева, ну, достаточно велик, и очень много толковых студентов уезжают либо доучиваться в европейские вузы, либо работать, ну, стараются, по крайней мере, работать за рубежом.
Может ли, вот как вы считаете, вот непосредственно уже как преподаватель, чем можно в городе было бы эту молодежь задержать? Чем можно было оставить? Что бы можно было придумать? Ну, а почему существуется? Есть ряд причин. Первое, это, естественно, возможность нахождения работы. Когда у молодежи нет возможности трудоустроиться, либо трудоустроиться на достойную заработную плату, соответственно, то она ищет лучшего. И это, в принципе, логично. Поэтому это вопрос, в первую очередь, экономики, развития, скажем так, предпринимательской сферы, создания условий для привлечения инвестиций, городских условий для привлечения инвестиций, какие-то масштабные проекты. Это первое. Второе. К сожалению, вот я посещаю школу, я вижу где-то негативную практику, что мы сами обеспечиваем наш отток. Заходя в школу, я вижу объявление: польские вузы принимают молодежь без конкурса, безоплатно, либо без ЗНО, что у нас введено. И когда практически в ряде школ, там, либо через одну школу, существуют такие объявления, которые висят где-то на парадных входах, где-то, возможно, на заборах, соответственно, то, естественно, люди, дети, которые видят это каждый день, фактически уже где-то внутренне принимают решение. И вот, проводя аналитику этого года, у нас все из года в год все меньше и меньше детей, выпускников 11 классов, сдают ЗНО. Не от того, что они интеллектуально не возмогут это сделать, не от того, что они интеллектуально бедны, а от того, что они приняли решение ехать уже в Польшу, ехать в Чехию, где их принимают без ЗНО, соответственно, и где, к сожалению, возможности, соответственно, лучше и обучение, и жизнь. Поэтому вот я думаю, что вопрос контроля, наверное, создания вот таких вот баз, не знаю, рекрутских баз с другого государства нужно каким-то образом брать, потому что фактически мы теряем государство, фактически мы теряем следующее поколение. У нас остаются те дети, которые материально, возможно, не могут выехать, и, возможно, где-то уровень интеллекта немножко ниже. Ну, хорошо, тогда давайте подумаем, как ответить на вопрос, а чего стоит, я не говорю сколько стоит, чего стоит, например, образование в университете Сухомлинска. Вот стоимость этого не материальная за процесс обучения, а после. Качество, имеете в виду? Да. То есть стоимость, качество как стоимость или стоимость как качество. Что стоит получение образования? Что с ним делать? Некорректно говорить почему-то про университет Сухомлинского. Нет. Я говорю как пример. Это любой. Да, любой. Можно Черноморский? Да. Ну, Черноморский повыше. Уровень, все. У нас очень популярный, особенно в среде, девушек, да, там филологические факультеты, угу. Там иностранных языков и так далее. И вот эти девочки и мальчики, которые оканчивают эти факультеты Сухомлинского, что они потом делают? Вот они выходят, им говорят, ты в дипломе учитель. И куда они идут? Никуда. Так вот, вес этого образования по сравнению с объявлениями о приеме в университеты Польши, Чехии, Германии, Австрии и так далее. Согласен. Мы фактически находимся сейчас заложниками старой советской системы образования, которая предусматривала прежде всего прохождение определенного цикла дисциплин, предоставление теоретических знаний и которая обеспечивала трудоустройство. Это было в Советском Союзе. Угу. Сейчас университеты не занимаются трудоустройством. Поэтому, когда мы предоставляем вузы всей страны, представляем теоретические знания через изучение дисциплин, соответственно, они выходят, не могут трудоустроиться. Поэтому Европа, Америка и другие страны, скажем так, уже давно пошли в направлении не теоретических знаний, а практических знаний путем привлечения практиков для обучения. Но в чем система? Когда у нас ставятся ставки Министерством образования для преподавателей вузов достаточно низкие, то привлечь практика. Я, в частности, возьму за свою специальность юриста, который зарабатывает 15 тысяч, 20-30 тысяч гривен, привлечь практика, чтобы он прочитал лекции и оторвался от какого-то дела, где ему будет вознаграждение в рамках 20 тысяч, и он получит у меня полставки 300 гривен или 500 гривен, пусть будет 1500. Нереально. Поэтому, к сожалению, мы заручники этого. Пока мы не изменим систему образовательную сверху, потому что снизу у нас нет возможностей материальных. Тогда нет смысла говорить о том, чтобы убирать вот эту рекламу. Иначе мы лишим людей, вот этих детей, вообще какого-либо выбора.
То есть мы лишим их выбора, они получают украинское образование высшее, они знают потом, что с этим делать, потому что не могут устроиться по своей специальности. И у них не останется выбора до того. То есть что нужно менять в этой системе? Это очень глубинная проблема, я ее не предлагаю обсуждать. Не будем сейчас обсуждать, у нас там пару минут осталось нашей программы. И вот вернемся все-таки мы к горсовету вашей депутатской деятельности. Именно для этого мы вас позвали, собственно. Ну, просто вопрос образования, это, наверное, вопрос сейчас один из таких же актуальных, как и медицина, потому что мы строим новое поколение, и упустить его второй раз уже не хочется, да? А как вы считаете, вот ваше сугубо личное мнение, как депутата городского совета, чего не хватает городскому совету сейчас, и какая бы идеальная, по вашему мнению, была бы конфигурация городского совета? Фракционная, профессиональная. Вот как бы вы видели? Значит, я бы хотел сказать, что вопрос не в конфигурации городского совета, там, объединения в рамках коалиции, а вопрос, наверное, единой цели, которую ставят перед собой депутаты. Сейчас я лично вижу позицию городского совета, где депутаты преследуют разные цели, причем они абсолютно противоположные. Если мы выберем все фракции, цель развития города и свои индивидуальные личностные интересы, либо интересы фракционные мы положим на второй, на третий план, отодвинем, то тогда эта конфигурация возможна и самопомощь, и БПП, соответственно, солидарность, и наш край, и даже оппозиционный блок. Но это в том случае, если для нас все будут приоритеты города, а не личностные бизнес-интересы и другие. Этого, к сожалению, мы не можем обеспечить, поэтому, к сожалению, вы видите, что так называемая коалиция, которую где-то мы объявили где-то месяца 4-5 назад, она имеет ситуационный характер. То есть на какие-то вопросы мы собираем энное количество голосов, в зависимости, кто приходит на голосование и какой вопрос. А на какие-то проблемные в виде земельных вопросов, у нас фактически, вот когда мы видим сессия земельная, и много вопросов просто не голосуется по тем ряду причин, но это фактически означает, что каждый депутат имеет свои какие-то, либо личностные, как вариант, либо другие интересы, и в связи с чем, условно говоря, либо проваливают, либо голосуют за те или иные позиции. Поэтому на данный момент я пока что не вижу выхода. Я вам честно скажу, я не вижу выхода из ситуации с горсоветом, поскольку состав фракции таким образом по количеству определен, что нету какой-то фракции, которая занимает превалирующую позицию в количественном составе, и поэтому мы вынуждены договариваться. Договоренности у нас, к сожалению, слабо реализуются. И поэтому мы видим, конечно, пассивную работу городского совета, всех фракций, поскольку каждая фракция, каждый депутат фактически где-то отстаивает, где-то городские, а где-то свои личностные интересы. Что ж, спасибо, Дмитрий, за интересное интервью. К сожалению, у нас больше получился вопрос об образовании. Что ж, мы для наших зрителей хочу отметить, у нас будет еще одна передача из серии «Кто из депутатов представляет наши интересы в городском совете?». Сегодня мы благодарим Дмитрия за то, что вы пришли к нам и за то, что откровенно с нами поговорили о вашей депутатской деятельности. А мы прощаемся с вами до следующей пятницы. До свидания.